Приветствую, друзья. После того, как мы поговорили с Георгием Крайновым, моим другом, многолетним, ну, много там комментов и много звонков появилось, потому что, например, очень много, оказывается, людей, которые нуждаются просто в чем-то, ну, например, в улучшении зрения, в том, чтобы улучшить общее самочувствие. Я хочу сказать, у нас будет Шейла сейчас скоро, вебинар «Внутренний доктор». В этом внутреннем докторе, который человек сам запускает у себя с помощью приемов ключа, происходит активация иммунитета, происходит улучшение зрения, происходит включение тех точек рефлекторного реагирования внутренних, которые наиболее чувствительны в данный момент, потому что вот эти вот биологически активные точки, например, которые используются в китайской иглотерапии, они вообще-то связаны и с корой головного мозга. И когда человек вызывает у себя эквивалент этой реакции характерной в точке, которая бывает, например, при прямом попадании иголки в точку. Ну вот видите, опять звонят. Ну ничего, я сделаю в следующем ролике пояснение.